Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про мавп'ячу віспу. Її ознаки, симптоми та чи варто взагалі турбуватися українцям. Сьогодні в наших гостях Валентина Ткаченко, експертка за напрямом інфекційні хвороби та завідувачка відділення лікарні номер 21 Дніпра. Пані Валентино, я вас вітаю. Ну що ж, що таке мавп'яча віспа? Так, зараз дуже це... Такой наболевший вопрос, все об этом шумят, все везде, весь интернет. Ну, сам по себе уже говорим, вирус, да, оспы обезьян. Это уже вирус, понятно. Он относится к ортопоксивирусам. Ну, то есть разновидностей вирусов там более 6 тысяч. Очень разных, не именно этого вируса, а вообще вирусов очень много. Есть вирусы, которые вызывают... с повышенной контагиозностью, которые вызывают эпидемии, пандемии. Сюда мы уже сталкивались с коронавирусом. Это гриппы, это корь, это краснуха. То есть ветрянка когда-то была натуральная оспа, но мы ее очень давно побороли. Но он с натуральной оспой, вирус обезьян, совершенно не имеет никакого общего отношения. Он впервые был обнаружен в 58 году, потом пишут в 70 году, источников очень много, каждый уже сейчас грамотный, в интернете все может почитать и с этим столкнуться, но он не вызывал никогда ни эпидемии, ни пандемии и массовости. То есть он более протекает легко, не так, как другие, да, взять ветряная оспа, которая может быть с осложнениями, там, натуральная оспа, которая вообще даже не, ну, жутко вспоминать, как то, что описывают. Если брать, допустим, впервые он сейчас, да, появился у нас в Европе, и он завезенный, человек там ездил, один в Нигерии, другой был в Бразилии, там задействовано 18, по-моему, европейских стран, и более 400 случаев всего. В какой-то стране там идет одинокие случаи, где-то там массовые. Сейчас у них очень хороший санитарный контроль в Европе, и они занимаются расследованием причины, передается вирус этот от человека к человеку и от животного к человеку. То есть это не только обезьяны могут быть, это могут и белки, и мелкие грызуны разные, имея при тесном контакте. То есть это не так, что там где-то кашлянул в одном конце, как говорится, в одном городе, и уже завтра вся массовость такая, как при коронавирусе. То есть это тесный контакт, это, естественно, раз это вирус, то это будет воздушно-капельный путь передачи, это будет через предметы обихода, это при тесном контакте, имеется в виду там слизистые рта, носа, глаз, это через поцелуи, через, описывают, через половой путь передачи, где-то описали, то ли в Великобритании, там через геи был случай. То есть каждый случай сейчас расследуют. Откуда, кто, и сразу же накладывается карантин. Поэтому, раз эти люди берутся в изоляцию, в карантин, то вероятность случая эпидемии и пандемии ну, очень маленькая, скажем так, сводится к нулю. Специфического, если брать по симптоматике, как это проявляется? Да, сыпь характерная, схожа с оспой и с ветряной оспой. Начинается все с ломоты во всем теле, мышечная боль, боль в спине, увеличиваются лимфатические узлы. И появляется температура, и с момента высыпания сыпи появляется еще кожный зуд и боль. Это вся боль, вот именно вся сыпь, она еще и при прикосновении, она болезненная, то есть выраженная болезненность. Может быть истощение человека, если это тяжелые формы. Как правило, тяжелых форм очень мало, не наблюдается. Летальных случаев пока не описывают. Инкубационный период тоже по источникам разным описывают те же ученые. Ну, где-то от 5 до 14 дней. Кто-то описывает и 21 день.
Ну, наверное, зависит от формы, как заразился, да, от интенсивности попадания вируса и как это произошло, если там были где-то открытые раны, если это было там, может быть, половой путь тоже слизистые, если это слизистые ранимые в полости рта. То есть много факторов тех, которые, как говорится, ускоряют инкубационный период и самозащита человека. Ну, также на этом, на инкубационном периоде имеет, как говорится, свои все за и против. Поэтому, как сыпь, как если брать натуральную оспу, то там оставались рубцевания. Рубцы такие глубокие, все здесь. Сыпь имеет свою этапность, схожая, как я сказала, с натуральной оспой, с ветряной оспой. Вскрываются эти все нагноившиеся, сыпь нагноившаяся, образуются струпы, потом эти струпы отпадают, и возможен вариант тоже образования рубцов. Но это не всегда. Все зависит от интенсивности сыпи, какая была, как за ней проводилась личная гигиена, то есть как проходила, скажем так, уход за телом и лечение. Ви хочу тут уточнити, ви казали, порівнювали з віспою вітряною. Це просто по-нашому вітрянка? Да, да. Все, зрозуміло. Да, да, да. Вітряна, да, оспа, это, ну, в народі, да, говорят, вітрянка. Угу. Все в основному болеют дітки. Сип починається з лица і далі розпространяється по всьому тілу. Специфічного лечения, як при сипі, нету. Ой, при сыпи, при этой, при оспе, все посимптомно идет, то есть жаропонижающие, там болеутоляющие, гигиена тела, если тяжелый случай, тогда там уже, если присоединяется вторичная, да, микрофлора, идет вторичная уже инфекция, как при других, тогда используются антибиотики, а вирусы антибиотиками не лечатся. Поэтому он более протекает легко, где-то 3-4 недели человек выздоравливает. Так просто треба перетерпіти цей період, аби всі стадії пройшли. Да, все стадии, вот, чтоб прошел. И что со специфического, не лечения, а именно вот вакцины, тоже нет для именно от этой оспы обезьян, но вакцина, которую люди, которые вакцинировались от натуральной оспы, 85% имеет того, что защищает человека от именно вируса оспы обезьян. Поэтому некоторые страны сейчас закупают, вакцинируют людей именно от натуральной оспы, потому что она действует также на этот вирус. Скажите, пожалуйста, что до госпитализации? Там половину тих, хто хворіє, ну, треба госпіталізувати, або тільки найважчі форми? Ну, зараз накладається карантин на цих странах, де тяжелі форми госпіталізують, а затем і наблюдають. Я думаю, що за контактними йде наблюдення, і більш тяжелі форми, вони госпіталізуються також в боксіровані відділення. Навіть тобто, може бути реанімація. Ну, если тяжелая форма какая-то, то может быть и реанимация. Если там пошли осложнения, присоединилась вторичная микрофлора и вторичные инфекции пошли, да, может быть и реанимация. Повертаючись до симптомів, а коли саме кульмінація, після якої хвороба буде йти на спад? Після якого етапу? Так, от коли саме та кульмінація, коли вже от розумієш, що зараз ще там 1-2 дні потерпіти, та, з симптомами, і потім вже будеш виздоровлювати? Ні, ну такого нету. Все починає, ну, як я сказала, начало, да? Уже чоловік по інтенсивності, по болям, по інкубаційний період. То есть в продроме это мышечные боли, головная боль, то есть явление интоксикации. Нарастает, да, нарастает, идет. Потом с момента высыпания якобы симптомы становятся, ну, уходят эти все симптомы, но опять-таки самосыпь, появляется кожный зуд, появляется боль. Именно такая вот прикосновение, если обрабатывают именно гигиена тела, скажем так, то это вот такая выраженная боль, что люди вот даже, ну, вызывает эмоции у человека, уже болезненность такая.
Вот. Ну, опять же, таки я говорила, интенсивность, как сам человек, зависит все тоже. Это, если это брать возрастные группы, то это будут дети, они более уязвимы, как всегда остаются. Да? Старики, те, которые часто болеющие, люди с ВИЧ-инфекцией, потому что там уже сниженный иммунитет. Ну, то есть там люди, возможно, тоже с сердечно-сосудистой патологией, которые там склонны, это же сыпь не только, это же то, что выходит, но сыпь еще на слизистых и внутри тоже так же высыпает. Ну, то есть это те, кто, которые более группа всегда является уязвимыми, они есть, входят в группу риска и здесь. Все ж найчастіше легше перехворіти дитиною, якщо говорити про ту ж саму вітрянку, в принципі, про віспу, да, нема печу. Да, то лучше переболеть это в детском возрасте, как в основном и болеют. Потому что взрослые, как показала практика, переносят более уже, там энцефалиты развиваются, как и здесь могут развиваться энцефалиты, вирусный энцефалит. Так при любом вирусе оспы могут развиваться осложнения, любые. И вход инфекции, это может быть и септические состояния, ну, различного поражения кожи. То есть, ну, такие энцефалиты, пневмонии, все, что может быть, да, связано Пані с вирусом. Я правильно зрозуміла вас? Тобто мавпяча віспа не небезпечніша, ніж, наприклад, коронавірус, якщо порівняти? Да, вони різні віруси, і вона не така, да, не вызывает сколько опасности, сколько коронавирус, с которым мы столкнулись. Потому что коронавирус, вы же видели, это было, вызвал пандемии, то есть болели все страны. Само это через легкость распространения. Да, так? Потому что очень высокая контагиозность, распространенность очень и очень была на таком. Поэтому коронавирус вызвал пандемию. То есть страны, страдали целые страны, все весь фактически земной шар. Вот. А вирус, потом вирус обезьяны, оспы, он в основном периодически его выявляют, это Западная Африка и Центральная Африка. Оттуда, собственно говоря, и завозили, а дальше уже заражались друг от друга уже там, где откуда его привезли. Потому что сейчас туризм развит, а сейчас миграция в связи с войной. То есть, но это взято на контроль, за этим смотрят, определяют всеми методами, которые доступны. Это и бак-посевы могут быть, это может быть ПЦР-диагностика, это может быть гистологию делают, иммуногистология. То есть все методы, которые возможны, всеми методами можно определить этот вирус. И по клинике аналогично, и до того, как уже люди, если появляется головная боль, мышечная боль, она, конечно, эта симптоматика характерна очень для многих заболеваний, да, но надо учитывать еще анамнез, откуда человек приехал, контактировал или нет. И эндемичные страны, которые мы сказали, что это Центральная и Западная Африка, откуда может завозиться эта инфекция, и люди являются источниками, и передают друг другу, и могут быть и источником заражения, и переносить эту инфекцию, точно так, как же и обезьяны, мы сказали, мы мелкие грызуны различного рода, которые там проживают на данных территориях. Угу. И же тоже сейчас модно, видите, всех зверюшек заводят, всех мышек, всех, кого только можно, хомячков тянут, привозят, и змеи, и, да все, что хотите. Хотя змеи не передают, это не доказано, но сам факт, что... А потом просто выбрасывают. Пані Валентина, а вы как инфекционистка, какие, на вашу думку, є причини передумови виникнення спалахів цієї інфекції у світі? Це антисанітарія або ж... Я думаю, что на первом плане, да, это антисанитария. Любой инфекции, потому что, ну, это и вирус, как мы сказали. Это, ну, как вам сказать, ну, как фактор, как мы сказали, да, люди всегда какого-то ищут экстрима во всех отношениях. Я имею в виду, что Африка всегда там же циркулировала. Там не все, да не все, там, наверное, процентов, я даже не знаю, сколько судить, чтобы сказать, опять же таки, привить.
с вакцинами, да, с вакцинацией, там очень сложно, потому что эти поселения не все организованы, сложно организовать там прививки, стараются привить, и волонтеры там и ездят, но все равно мы как видели, что очень много же африканских народов, которые, да, кочуют, которые там сложно их мигрируют по той же Африке, только миграция тоже идет, сложно привить. Сложно организовать, и это важно, чтобы, ну, были привиты эти народы, потому что прививки – это основной способ предупредить любые инфекции, которые или уменьшить их, минимизировать, скажем так, до какого-то там процента маленького. Вот, поэтому там, да, очень сложно, потому что и антисанитария, и есть и заболевания, они же, я говорю, та же миграция, и наш туризм, который вызывает сейчас очень много интересов, они экстрима хотят везде, животных, заводят животных разных, идут на контакт с животным, не зная его, как что может укусить. Уже перенести инфекцию не только, да, вирус оспы, мы знаем и сосказ, и очень много. Но, тем не менее, люди же ездят, всего хотят, лесы, тропики, везде все. Там в основном, понимаете, еще что характерно, влажный климат. Вот где в этих странах, где Западная и Центральная Африка, там в основном, где лесы, имеется в виду влажность. Почему-то описывают, что вот в этих районах больше всего регистрируется случаев именно вируса оспы обезьян. Там этому вирусу комфортнейше. Да, наверное, комфортно все-таки. И наостанок, пані Валентино, в Україні наразі немає жодного випадку. В Україні немає наразі, да, немає. Чи треба турбуватися українцям? Я думаю, что на сегодня работают все службы, невзирая на все сложности, и нету волнения. Настороженность должна быть. Раз это появилось, настороженность должна быть. Люди должны быть информированы. В любом случае нужно, никто не отменял, как говорится, гигиену, да? Руки, мытье рук, это не только от этого вируса, от любого вируса, от любой инфекции есть гигиена. Обычно, где человек должен, есть возможность у кого-то сейчас, у кого-то нет на данный момент, но все равно мытье рук, да? Полость рта, мыть, защищаться, где нужно одевать маску, и зная, что там где-то есть какие-то там вирусные инфекции или еще что-то. То есть человек должен сам проветривание, влажные уборки, дома тоже не накапливать всякого, следить за гигиеной, не накапливать мусор. То есть такие элементарные вещи, их никто не отнимал, потому что они препятствуют любой инфекции, которая бы ни была, и любому вирусу. Правильное питание, ну, мы говорим за стресс, если, ну, стресс сейчас у нас... Стресси во всіх. Ну, все одно треба бути на... Про себе треба піклуватися. Так, да, да. О себе потрібно заботитися, обов'язково, і окружаючих. Тобто, якщо ти заботишся о себе, да, і думаєш, щоб не заразити другого чоловіка, свою сім'ю, своїх сусідів, своїх друзів, це дуже важливо. Знати о причинах, інформувати. Люди читають, доступно ЗМІ, і всячески цьому препятствувати. Я дуже дякую вам за цінну інформацію. Я сподіваюся, що багатьох українців, ну, хоча б дніпрян, так, ми реально заспокоїли. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Валентина Ткаченко, експертка за напрямом інфекційні хвороби, завідувачка відділення 21-ї лікарні Дніпра. Говорили ми про мавп'ячу віспу, характеристику, так, цього вірусу, симптоми та, власне, чи варто турбуватися українцям, на що отримали відповідь. Не варто турбуватися, однак про правила гігієни та санітарні власне умови не треба забувати. З вами був телеканал «Відкритий», Анна Гарбанчук. Все буде добре.